we need it. Well, let's go ahead. Перо золотое, дарма, и к вечной жизни ключ. В Крокодилополисе возведен новый квартал развлечений. Шедевр греческих кино. Мурияс, параскевазмата тута эсти. Ради безопасности всех жителей Крокодилополиса греки и египтяне отныне должны селиться вдали друг от друга. От этого выигрывают и те, и другие. Он будет биться вместе со мной. Но раз уж так вышло, что иберийцы вчера разорвали львы, у меня есть место. А если Кенсе поручилась, пожалуй, вашей команде нужно звучное название. Например, «Воины силы». Мне кажется, «Стражи силы» подходит больше. Достаточно звучно для тебя. Я слыхал и хуже. Пойдем. Здесь бойцы дожидаются своей очереди. Ты чувствуешь этот запах, кровь, пот и дерьмо. Если боишься обгадить свои доспехи, лучше сделай это. Ни фараоны, ни боги не защитят тебя на песке арены, Меджай. Здесь ты, скорее всего, и умрешь. Красиво истечешь кровью под рев толпы. Но если ты вдруг выживешь, получишь в награду славу и почет. И еще один шанс умереть. Такова не слишком долгая, но яркая жизнь гладиатора. Итак, кто тут у нас? А, это Калистос. Калистос, бывший солдат Птолемея. Он утверждает, что умеет сражаться. Гор, когда-то он был лучшим, но время никого не щадит. Увы, на арене он бесполезен. Теперь он тренирует новичков. Доспехи армии Птолемея? Собственные доспехи есть далеко не у всех. Их в любом случае сломают. А легион даже не заметит потери. И бои смотрятся эффектнее. Кстати, об эффектности. На арене твое оружие выбираю я. Исключений не будет. Кенсу ты знаешь. Именно благодаря ее рекомендации ты здесь. Баек, Крокодилополис приветствует нового чемпиона! Или еще одного неудачника. Взглянем на него в бою. И раз ты его рекомендовала, значит, ты и проверишь. Что скажешь? Скрестим клинки, Меджай? Покажи, чему научилась. Тебе не хватает изящества.
Но для пустынного бродяги у тебя хороший удар. Ладно, Кенса, сражайтесь вместе. Скоро начинаем. Готовьтесь. И этих слабаков Феликс хочет натравить на нас. Съедим и не подавимся, брат. Лия! Дружок, я отрежу твои яйца и скормлю тебе. Это наше главное препятствие. Гальские братья. Я знаю, что они. Мишери, кофта аю. Кемам. Хнумес нил джерианх. Что с тобой, мой друг? Ты отвлекаешься. Не волнуйся, после первого же боя все пройдет. Ничего. Но ты не рассказала, как попала сюда. О, что ж, слушай. Меня взяли в рабство в Сиве, еще при Птолемее. Септимий, мерзкое чудище, и его разбойники имели на меня виды. Но мне удалось украсть меч и сбежать от них. Так я и попала сюда, а Феликс меня всему обучил. Но довольно о прошлом, а? Ты хоть знаешь, как я рада, что могу поделиться своим везением с тобой? Скоро толпа будет обожать тебя! Почти так же сильно, как меня. Да, да. Разрубим солнце нашими мечами. Ха-ха! А ты прям вояка! Скажи Феликсу, когда будешь готов к первому бою. Чем раньше начнем, тем скорее станем героями. Мы готовы. Правда? Каждый так думает до тех пор, пока не получит по зубам. Поставлю вас против пары новичков. Если справитесь, продолжим разговор. Двух воинов ждет неравный бой. Толпа жаждет такого зрелища. Так что порадуйте ее и меня. Ну, мы с Нио Джириан. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Их нет. Сразу пускай под меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица. О, они обожают меня. Мужчины, женщины. У меня есть все, о чем я мечтал. Славное начало. А эти разбойники крепче, чем кажется. Найдем богатого покровителя. И что тогда? Перед нами откроется куча новых возможностей. Лучшие из нас получают особые задания. И столько денег, что тебе и не снилось. Ну тогда хорошо бы нас заметили.
победу одерживают великие стражи силы. Новые любимцы гостей арены. Скоро узнаем, смогут ли они развить свой успех. Как же удачно я решил поставить вас биться в паре. Толпа вас любит. Я же говорила, что нас ждет слава, Феликс. Слава? Что ты, не смеши меня. До славы еще далеко. В первый раз вам повезло, и что с того? Вы победили пару сопливых новичков, но до гальских братьев вам далеко. Хотя надеюсь, что вы с ними встретитесь. Надоело ваше вечное нытье. Как нам сразиться с ними? О, боги, и ты туда же. Лучше думай о следующем бое. А за наглость будете сражаться со львами. Их уже давно не кормили. Сожрут любого. Так что готовьтесь. Если верить Кенси, любой из них может работать на крокодила. Может, здесь я узнаю, чем занимаются гальские братья. Или даже имя их покровителя. Повезло же нам, мой друг. Я столько ждала и, наконец, сражусь с гальскими братьями. Спасибо тебе. Лучшего и не пожелаешь. А что это за контракты, о которых ты говорила? О, благородный байк готов испачкать руки? Времена изменились, Сэнни. Что, трудно все время быть Меджаем, да? Спроси об этом Феликса, только потише. Лучший способ найти крокодила – убить гальских братьев. Впрочем, я бы и без того с радостью перерезал им глотки. Феликс, я слышал, некоторым гладиаторам дают подработать. Это слухи. А даже если и правда, то такое задание еще нужно заслужить. Твое дело, глупый ты выскочка, сражаться, и все. Дерись на потеху толпе, другого не дано. Именно так я и сделаю. Мы готовы. Наконец-то! Народ в Кирене ждет не дождется вас двоих. Если постараетесь, хорошо заработаем. Когда удается достать? Они стоят дороже. Мало чести в убийстве животных. Убивай или сожрут. К тому же зверь в клетке. Это не страшно. Главное не выпустить. Меджаи рабы не справятся с любым противником. Они свирепы, будто голодные звери. Правил.
часто бьетесь со львами? Когда удается нагнать. Они стоят дороже, чем люди. Тех хоть пруд. Мало чести в убийстве животных. Убивай или сожрут. К тому же зверь в клетке. Это не страшно. Главное не выпустить. Меча и рабы не справятся с любым противником. Они свирепы, будто голодные звери. Бьетесь со львами. Когда удается достать? Они стоят дороже, чем всех хоть пруд. Мало чести в убийстве животных. Убивай или сожрут. К тому же зверь в клетке. Это не страшно. Главное не выпустить. Справиться с любым противником. Они свирепы, будто голодные звери. Правил.
тебя достану. Одерживают потрясающую победу! Готовы ли они к гальским братьям? Или нет? Где Кенса? Сегодня ее навыки понадобились другим. Придется тебе выступать в одиночку. Не робей. Новое тайное поручение? Ты стал задавать слишком много вопросов. Работа опасная. Всякое случается. Я просто хочу проявить себя. Так попытай удачу. Будешь выступать против братьев. Победи, и тебя заметят. Что с Кенсой? О, Анубис. Нужно выиграть. Занесло. Вот это сила. Моя смерть не ждать.
Какой храбрый бой! Есть слово, Крокодилополис. Увидим ли мы сегодня нового чемпиона? Лишатся ли гальские братья своего титула? Извини, что оставила, но вроде ты справился. Поручение Феликса? Для кого? Я расскажу, когда придет время. Знай одно, очень скоро мы с тобой будем богаты. Байк. Это то, чего мы так ждали. Наш с тобой шанс получить титул чемпиона. Феликс ждет! Бедедук, а не хает. Ну что, деревенщины, вы готовы проявить себя? Время пришло. Зрители давно ждут достойных соперников для Виридовикса и Диавикса. Так что вы должны показать красивый бой. И еще. Никаких убийств. Я не желаю терять своих лучших воинов. Братья тоже знают эти правила. Ладно.
ладно, пусть себе живут. Мы над ними просто поиздеваемся вдоволь. Дождались, друг, это наш час. Нам воздвигнут памятники. Претенденты на титул чемпиона. Непревзойденные стражи силы. Непобедимые. Несравнимые. Да, гальские братья! Крокодил! Гальские братья повержены! Ты убил девочку, Шадью! За это ты умрешь! Около маяка! Это не мы, клянусь! Да, мы совершили немало ужасного. Но поверь, ребенка мы не убивали. Славьте новых чемпионов! Мы стражей были из Сивы! Солдаты схватили девочку и отдали Беренике, да, крокодилу! Это она утопила девочку, отобрала книгу, приказала привязать ей камень к ногам и столкнула в воду. Что мы могли сделать? Поэтому ты на самом деле пришел ко мне? Найти этого заказчика? Крокодила? Барик, почему ты не рассказал мне все? Я бы помогла. Ты наемница, как и они. Я не мог рисковать. Что ждет гальских братьев? Нет. Долгая жизнь? Или смерть? Ты знаешь меня лучше. Смерть! Байк, зачем ты так?
история с Параске Вазма до туда нести. Значит, Береника. Она крокодил. Это она убила Шадью. Это она разрушила столько жизней. Она говорит, что только ей Фаюм обязан своим процветанием. Ее влияние очень велико. Доход ей приносят земли на севере. Амбар Киркисуча. Крупнейшее зернохранилище. Она проводит встречи с влиятельными людьми Фаюма. Каждый вечер на своей вилле она умасливает их подкупом и сладкими речами. Значит, найду ее там. Спасибо тебе за все, мой друг. А ты куда? Вернусь домой на нашу виллу. И буду пить. Нам с Хинут нужно оплакать дочь. Прощай, Баек. Сделаешь то, что должно. Приходи, мы будем рады. Position gerecht. Хатефрес говорил об этом месте. Крокодил где-то внутри. С дороги! С дороги! Что с тобой? Теперь, бедный руководитель.
Стой! Стоять! Нужно быть осторожным. Разве этого ты хотела? Стать рабыней врага Египта? Земли ждет величие. Новый мир расцветет на месте засохших корней прошлого. Прости, что все закончилось вот так. Да обретешь ты мир в объятиях Маат.
Что? Эй! Что? Ты что? Я умер. Что? Сидят под воротами. Изменений нет. Для всех? Бесполезно. Ха! Теперь богатею. Только проклятые греки и предатели, которые им служат. Эй, ко мне, братья! В конце концов, весь пою будет при... Не к добру это. Что ты?
вместе! Что ты? Ты не убежишь. Эй! С удовольствием выпущу им кишки. Эй! Убьем. Что? Раздавлю.
Я тебя раздавлю! Тебе конец! Thank you.
неважно где. Эй! Нужна помощь! Да, господа. Пока ты со мной, твои мечты будут. И никогда не подводи меня. Да. Кенса, разве этого ты хотела? Стать рабыней врага Египта? Убита одним из вас. Шадья. Кто? Шадья! Девочка, которую ты утопила! Такие, как ты, не видят великого будущего Египта. Так ты убеждаешь себя. Ты даже не помнишь своих жертв. Шадья, дочь Хинут и Хатефреса. Хинут упряма, как камень. Этот кодекс разрушил бы все наши надежды. Ты разрушаешь семьи. Я делала, что должна. Я уничтожу все, ради чего ты жила, Береника! И всех, кто думает так же, как ты! Но сейчас важно другое. Ты убила Шадью! И последнее, что услышишь, ее имя! Шадья! Интересно, как там Хатефрес и Хинут? Навещу их. Вот черт! Дерьмо!